Певицу Лолиту назвали старой толстой свиньей. Бывший детдомовец, а ныне создатель профильного благотворительного социального проекта Максим Данилов напал с оскорблениями на певицу Лолиту Милявскую. Мужчина записал короткое видео, в котором раскритиковал певицу, назвал ее старой толстой свиньей. Учредитель благотворительного социального проекта, сам бывший детдомовец Максим Данилов, опубликовал на своей официальной страничке в социальной сети ВКонтакте видеоролик, в котором обругал певицу Милявскую. Мужчина потребовал, чтобы певица перестала выступать и занялась добрыми делами. «Лолита, ты занимаешься черным пиаром. Ты позоришь не только себя, но и весь шоу-бизнес. Ты в своем возрасте выступаешь перед публикой в трусах. Ты старая толстая свинья. Я могу тебе дать только один совет. Успокойся, хватит себя позорить. Выходи на пенсию, занимайся добрыми делами». С уважением, Максим Данилов, записав видео такого содержания мужчина, позируя на фоне растений в горшках и паре красных носков, повешенных на полку.